Всем мое почтение, друзья. Я нахожусь в Киеве. Сегодня 18 декабря 2021 года. И тут, возле Золотых ворот, в самом центре Киева, находится вот такой котик с вилочек. С пластиковых вилочек. Вот такой котик красивенький. Он находится на дереве. Видите? Вот такой красавчик сидит на дереве. Тут можно прочитать, что это за скульптура. Решил с вами поделиться вот таким вот котиком. Котик Муркотик. Прикольный. Он находится возле Золотых ворот. Видите? У него красивая обстановка такая вот. Видите? Вокруг него красиво. А летом тут еще и шумно, и людно. Он на всех смотрит, радует всех. Вот и вас пусть радует этот котик. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.